Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Марина Джала. Глядіть у гэтым випуску. За здоровий лад життя з організацією відповідної роботи на прикладі предприємства «Гомсельмаш» ознайомилися удільники виязного посядження Республіканського міжведомостного совета. Двойное свято. Беларусь повіншувала мами, які народили у День незалежності. Рэдкі прыгажун. У Гомельской області знойдены мотылёк «Червонокніжнік». А зараз об гэтым і іншым больш подрабязна. Вырашальную ролю у повышении боездольности наших узброенных сил отыгрывают военные кадры. Про это заявил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии ушановывания выпускников высших военных навучальных установ и высшего офицерского состава. Керовник державы так само отзначил, что беларусы, как никакая иншая нация, ценят мир, безопасность и независимость. Это наиважнейшие достижения нашего народа мают потребу у надежной обороне. Тому Беларуси проводит миру любивую политику. Это особливо актуально сегодня, когда на планете идут узброенные конфликты, а система международной безопасности проходит самую серьезную проверку за долгие десятилетия. В арсенале международных отношений одним из инструментов внешней политики по-прежнему остается вооруженная агрессия. Наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран. В этих непростых условиях Беларусь последовательно проводит миролюбивую политику, реализует меры, которые сохранили бы мир не только в нашем регионе. Наша страна предложила мировому сообществу внешнеполитические инициативы, в основе которых лежат идеи снижения напряженности и укрепления мер доверия в регионе. Вроде бы нас слышат, но действий пока не предпринимают. Ясно почему. Поэтому мы вынуждены совершенствовать нашу национальную оборону и уделять пристальное внимание нашей безопасности. Белорусская армия оснащена новыми и модернизированными образцами вооружения. Словом, воевать есть с чем, надо только уметь. Решающую роль в повышении боеспособности вооруженных сил играют военные кадры. Это люди, посвятившие всю свою жизнь защите нашего Отечества. На войскоўцах ляжыць асаблівая адказнасць за бяспеку, але і ўвага да іх дасягненняў не менш пільная. Так, за выдатныя поспехі ў вучобе прэзідэнт уручыў падзяку выпускнікам ваенных ВНУ. Гэта 21 афіцэр. Сярод выдатнікаў падрыхтоўкі былыя вучні факультэта Генштабу Узброеных сіл Беларусі Інстытута нацыянальнай бяспекі. Папоўніўся і вышэйшы афіцэрскі састаў. Урачыстае мерапрыемства праходзіла пасля Дня незалежнасці, знак асаблівай павагі да афіцэраў краіны. А значу президент и сам военный парад на 3 липеня. И он стал лепшим у истории незалежной Беларуси. Протягиваем выпуск. За организацией здорового ладу життя для супрацовников на прикладе Гомсельмаша ознайомились сегодня подчас выездного посяджения Республиканского межведомостного совета. С початку на предприемстве прошел невеликий сход. Удельники сустрыши доведались об тем, как работников вытворчести мотивуют сочить за своим здоровьем, каких выников отрымалось досягнуть у гэтым накерунку. Потом прошли по цехах. Подробязности у сюжете наших корреспондентов. Холдинг «Гомсельмаш» – это амаль 15 тысяч работников. Для эффективной работы гиганта важно, каб коллектив был здоровым. И тут треба не только организовать для людей достойные умовы працы и отпочинку, але и затекавить их вести здоровый лад життя. Мотивовать. Предприемство, меркуючи по агульной справоздаче, робит для этого бадай все, что может. Холдингу належит санаторий машинобудовник у маляуничих чунках, дом культуры, спортивные залы, бассейн, столовые. Для работников организуют десятки мероприемств и акций по здоровому ладе життя. У ближайших планах так само набыть тонометры, раскласти их у самых доступных для работников местах и научить ими корыстаться. Кабы любым момент человек мог проверить свой тиски, махчима своечасово звернуться за меддопомогой уже до специалистов. Мотивуют клопотиться об своим здоровье и иншими способами. Например, коли супрацовника год не ходил на больничный и не мая шкодных звычек, он мая право на одноразовое материальное узнагороджение. Мы понимаем четко, что за производством сложной техники, если
хозяйственной техники. Стоит в первую очередь персонал и человек, и поэтому забота о его здоровье входит в одно из таких приоритетнейших направлений деятельности управления. Поэтому мы это четко понимаем, принимаем все меры для того, чтобы наш человек не только имел достойные условия труда и, соответственно, заработной платы, но имел возможность трудиться, скажем, не болея. Уровень заболеваемости, то есть потери на 100 работающих у нас на протяжении 3 лет они снижаются. Сегодня это цифры, которые на процентов 10-15 ниже среднеобластных. Ну, в том числе это задача, конечно же, идеологической вертикали, которая, значит, направлена на то, чтобы человек чувствовал себя уверенно. До речі, під час зустрічі від Міністерства охорони здоров'я прогучала пропанова більше уваги надавати людям, які самі не будуть удільничати ні у спортивних, ні у профілактичних мероприємствах. Їх здоров'ям треба займатися метанакеравано і індивідуально. З гетої метою визначити з усіх работников тих, хто має більш за все проблем со здоров'ям. Та робота, яка вистраюється з цими цільовими групами, в поліклініку ці люди прийдуть в лучшому випадку на диспансеризацію, на прохождение медицинского осмотра для устройства на работу или периодического медицинского осмотра. Те люди, которые работают во вредных условиях, мы сегодня это слышали, у них более частые медицинские осмотры. Все остальное время только при заболевании человек обратится в поликлинику. То здесь выстраивается работа по формированию приверженности к контролю своего артериального давления, а это более 60%. И заболеваемости, и смертности населения, во-первых. И второе – это по приверженности лечению. Як отзначили под час встречи, треба ведать психологию человека, как сдолить затекавить его изменить свою лад життя. Каб он самостойно пожадал позбавиться от дренных звычек. Малоэффективными оказываются забороны и заполохвание стратой здоровья. Самый верный шлях – реальные приклады людей, которые отмовились от кепских звычек, почали сочить за рационом и своим физичным станом. Людей, которые вызначили, что их житевый шлях – это шлях здорового ладу життя. У этом накерунку важная роль належить сродкам массовой информации. Менавіта со сторонок газет, часописов, стелі і радіопрограм можна довідатися об таких ось прикладах. І хутчэй почати относиться до себе більш уважливо і бережливо. Марина Джала, Алеся Рудзянкова, Валерий Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель». Сярод інших подій гэтага дня – міжнародний семінар, присвячений темі распаўсюджвання караеда і мер барацьбы з ім. Ён прайшоў на тэрыторыі гомельскага лясгаса. Сваім практычным вопытам дзяліліся прадстаўнікі лясной гаспадаркі Беларусі і Расіі. Як спыніць распаўсюджвання караеда, даведаўся Дмітрый Котаў. Вось гэтая маленькая насякомая стварае вялікую праблему для ляснога фонду рэгіёна. Калі караед трапіў пад кару дрэва, то выратаваць яго не атрымаць. Усяму виной засуха, якая назирается в апошние годы. Узровень грунтовых вод снижается и древом не хапая вильгати. Як выник, яны не могут у полной меры выпрацовывать смолу, головную зброю супрать караеда. А тому у апошний час назирается вельми активный наплыв шкодного насякомого. Задача супрацовников лясгаса снизить колькость караеда до натурального узровня. Мы очень много поработали зимой, когда караед не активен, он находится в ветках, в стволах деревьев. Да? Мы работали порядка где-то 8 тысяч только сплошных санитарных рубок, сожгли порубочные остатки и вывезли древесину в то время, когда он еще спал. То есть мы определенное количество караеда убрали за зимний период. Да. Сейчас тот жук, который остался, он заселяет новые деревья. Мы эти деревья, наша задача оперативно выявить, оперативно вырубить и оперативно вывести из леса. На борьбу с караедом кинуты амаль усе силы лясгасаў, дапамагае сучасная высокаэфектыўная тэхніка. Да прыкладу, выпрацоўка вось гэтай машыны больш за 0,5 гектара ў дзень. Акрамя гэтага не забываюць і пра аднаўленне ляснога фонду. Паралельна са знішчэннем пашкоджаных дрэў і вывазу драўніны ажыццяўляецца пасадка новых лясных парод. Если мы там создавали, допустим, 5000 гектаров при нормальных условиях, то сегодня мы уже создаем порядка 11000 гектаров лесов ежегодно, да, из-за того, что мы вырубаем сплошными санитарными рубками. Внеплановые сплошные рубки, да, но мы их восстанавливаем сразу же.
Конечно же, время до возраста спелости дерева пройдет 80 лет. Подобный семинар на территории Гомельской области проводился несколько месяцев тому с уделом представников краин Европы. Зараз завитали коллеги из России. До прикладу, у Бранской области с проблемой распавсюджвания караеда у таким масштабе покуль не сутыкнулись. Однако меры застяроги никто не отменял. Он только переходит вот на границе, замечен у нас Злынковский район Брянской области. Поэтому мы заранее должны быть вооружены вот общими усилиями с вами, непосредственно белорусскими коллегами, мы будем принимать такие решения, и чтобы быть готовым, если такие очаги будут возникать на территории Брянской области. Суместный семинар – это возможность обогульнить практичный опыт, напрацаванный белорусскими и российскими коллегами. Завтра работа представников лесной господарки обеих краин протягнется. Семинар пройдет на территории Брянской области. Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Тем часом есть на территории нашего региона насекомые, сустреть яких великая редкость и радость. На Гомельщине знайшли редкого мотылька червонокнижника. Пригожун выявлены у республиканском биологичном заказнику Днепросожске, поведомляя выдание СБ «Беларусь сёння». До этого часу убачить зеринцию поликсену было магчыма только у червоной книзе. Гэты вид дзённага мотылька семейства парусников находится под погрозой изникнения. Ён отнесены до первой категории природоохоўнай значности. Апошні раз у Беларуси его назирали у 1902 годе. Дети, которые родились в День независимости Республики Беларусь, и их мати, сегодня принимали подарунки и віншаванні. Громадское объединение «Беларусь» традиционно наведывая родильные дома и сустракается с женщинами, для которых 3 липня стало двойным святом. Разом с активистами у Гомельскую городскую клиничную больницу номер 3 накировалась и наш корреспондент Ганна Каральчук. У той час, як 3 липня вся краина святкавала День Незалежности, для медперсоналу ішоў звычайны працоўны день. У родовым отделении Гомельской городской клинической больницы номер 3 график был вельми напруженным. Первый новонароджений з'явился на свет литерально у первую хвилину суток. Самые первые роды произошли 0-0 часов, 0-1 минуту. То есть... Только начался праздник, и уже родился ребеночек. Состояние женщин стабильное, идут уже к выписке потихонечку, уже сегодня 6 число, завтра, я думаю, что первые начнут выписываться домой. Малыши тоже находятся вместе с мамами на совместном пребывании. У вугле 3 липня тут приняли 8 детей. 4 хлопчики и столько ж девчинок. Апошні з новонароджених у гэты день з'явился на свет еще до полудня. 3 женщины стали мамами у першиню. Остатні у другий и навод 3 раз. Ребенок второй, роды вторые, так что вот по срокам, конечно, мы не доходили немножко, но все хорошо. Имя выбирали уже? Выбирали между Максимом и Кириллом, еще пока не знаю. Первые роды у меня немножко тоже не доходили, 2-3 недельки. Но зато сейчас все хорошо, восстанавливаемся. Тоже было много у нас имен, но остановились на Ильюше. Тоже первый ребенок, мальчик. Назвали Даниил, Даник. Ну, тоже не доходили, но все хорошо. Скоро на выписку. А кроме того, 3 липня у інших родовых отделениях областного центра народили детей еще 6 гамельчанок. Праз несколько дзён после родов яны и новые маленькие громадяне Беларуси примают теплые пожаданні и подарунки от активистов Новобелецкой районной организации Республиканского громадского объединения «Беларусь». Я сама была, так сказать, родилась 3 июля. И мне очень приятно, что это уже стало доброй традицией поздравлять мам, у которых появились дети в этот праздничный государственный праздник. И, конечно же, мы с удовольствием принимаем активное участие в этом мероприятии. Мы готовим подарки как мамам, так и маленьким деткам. Конечно же, не обходится без цветов и добрых слов.
Усяго ж у галоўнае дзяржаўнае свята на Гомельшчыне нарадзілася 26 дзяцей, 14 дзяўчынак і 12 хлопчыкаў. Кранальная акцыя «Беларусь з любоўю да дзяцей» сёлета праходзіць у юбілейны, 10-ты раз. З 2009 года больш як 2700 шчаслівых мам атрымалі падарункі ў палатах радзільных дамоў, куды іх прыйшлі павіншаваць папаўненням у сямействе, члены грамадскага аб'яднання, парламентарыі і краўнікі адміністрацыі раёнаў. Ганна Каральчук і Гарма Рыщенка, тэлерадыёкампанія «Гомель». Першому выпуску магістраў права ў гомельскім філіяле міжнароднага універсітэта МІЦО ўручылі дыпломы. Іх атрымалі больш як 40 спецыялістаў. Гэта самы шматлікі выпуск магістраў права ў Беларусі. Заняткі і сесіі, абароны дыпломнай работы, магістарскай дысертацыі для іх засталіся ў мінулым. Сярод новаспечаных магістраў – супрацоўнікі сілавых структур, работнікі дзяржаўных і камерцыйных прадпрыемстваў і арганізацый і самі супрацоўнікі гомельскага філіяла універсітэта. Вот, очень интересная специальность и действительно востребованная на рынке труда. Специалисты этого профиля получают и юридические знания, и знания в отрасли экономики. И, в общем-то, они могут себя применить практически во всех сферах деятельности Республики Беларусь. У 2017-м у гомельскім філіяле міжнароднага універсітэта МІЦО распачалася падрыхтоўка магістраў па ўнікальных для рэгіёна спецыяльнасцях, прававое рэгуляванне знешнеэканамічнай дзейнасці і ўправленне лагістычнымі сістэмамі. Акрамя магістраў, выпускнікамі філіяла сталі больш як 100 студэнтаў першай ступені вышэйшай адукацыі. У неделю 8 липеня у Юровичах пройдет хрестный ход на велосипедах. Туровская епархия запрашает долучиться. У день святкования памяти святых Петра и Феуронии Муромских колонна велоаматоров стартует от собора Казанской иконы Божьей Матери у Калинковичах. Кончатковым пунктом маршруту станет Юровицкий свято Рождества Богородничный Мушинский монастырь. У программе хрестного хода на велосипедах Боская литургия у соборы, молебен перед чудотворной иконой Божьей Матери Юровицкой Милосердной, наведывание каплицы и крыницы в районе вёски Пеница. Люди верят, что вода из яе вылечивает шматликих хвороб, а незамужние девчаты приезжают отпить глыток, как знайсти мужа. У вёсцы існуе поверье, что коли призначить каля крыницы споткание, то у хуткім часе пара сгуляя веселье. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. Далей у эфіры «Дэ-факты» і «Спартыўны агляд». Я з вамі развітваюся, усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто». В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Пенсионерка провалилась в колодец во время сбора урожая вишни. ЧП произошло в Калинковичском районе в деревне Гулевичи. Женщина встала на деревянный настил, накрывающий колодец. Но покрытие проломилось, и пенсионерка оказалась в воде. Ей удалось схватиться за веревку, благодаря чему до дна 8-метрового колодца она не достала. Уровень воды там составлял 3 метра. Сотрудники МЧС спасли женщину и передали медикам. В госпитализации нужды не было. Вчера в полночь на перекрестке Победы и Кирова в Гомеле в ДТП пострадала пассажирка такси. Виновник произошедшего – 29-летний водитель Audi. Мужчина проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в мимо проезжавший автомобиль с шашечками. Оба водителя не пострадали, а вот пассажирке такси не довелось доехать до места назначения. В результате происшествия, ехавшая в качестве пассажира, женщина 80-го года рождения, которая находилась на заднем пассажирском сидении в автомобиле Volkswagen Passat, получила травму и была доставлена в Гомельскую областную клиническую больницу. 10 тонн томатов, баклажанов, перцев и дынь попали под арест. Грузовой фургон с плодовощной продукцией правоохранители остановили на трассе в Добрушском районе. Каких-либо сопроводительных документов у индивидуального предпринимателя с собой не нашлось. На груз наложили арест. А в отношении ИП начали административный процесс. Ему грозит штраф до 50 базовых величин с возможной конфискацией товара. Через несколько дней здесь же, в Добрушском районе, на трассе М-10 задержали еще один на автомобиле с незадокументированным грузом. На этот раз правоохранители раскрыли перевозку текстильной продукции. Товар на 77 тысяч белорусских рублей изъят. В отношении владельца груза составлен административный протокол.
Оперативно-розыскные мероприятия привели сотрудников милиции в дом хранителя 2 тонн цветного металла и 320 литров спиртосодержащей жидкости. Обнаруженное изъяли. В отношении хозяина начали административный процесс. А в Добрыше у местной жительницы нашли 0,5 тонны спирта и 70 литров контрафактной водки. На склад хранения милиционеры передали около 50 10-литровых канистр и 8 5-литровых. Для реализации уже были готовы и пол-литровки в стеклянной таре. Изъятую продукцию оценили в 4000 белорусских рублей. Владелец грозит штраф до 200 базовых величин с конфискацией изъятой продукции. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на «Беларусь-4». Эфир телеканала «Беларусь-4» Гомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В польском Люблине продолжается чемпионат Европы по плаванию среди спортсменов с нарушениями слуха. Очередные награды в копилку сборной принесли гомельские атлеты. На их счету 2 награды. Оксана Петрушенко выиграла золото с рекордом Европы на 100-метровке брасом. А Мария Рудько в плавании на спине заняла 3-е место на дистанции 200 метров. Завтра стартует 15-й тур чемпионата страны по футболу высшей лиги. Первый тур пройдет в 19:00 на Борисов-арене, где лидер турнирной таблицы «Батэ» примет «Торпедо БелАЗ». Футбольный клуб «Гомель» свой матч проведет в воскресенье на выезде против Витебска. Наш ближайший соперник на данный момент расположился в зоне Еврокубков, и от 1-го места его отделяют 7 очков. Куда хуже положение у зелено-белых. «Гомель» соседствует в турнирной таблице с зоной вылета, до которой всего 1 очко. Психологическое состояние команды к тому же подпортило неудача в предыдущем туре. Напомним, футболистами брестского «Динамо» было нанесено сокрушительное поражение со счетом 6-0. И тем не менее, тренерский штаб сохраняет оптимизм. И, возможно, реабилитироваться получится уже в ближайшей игре с Витебском. В Гомеле после непродолжительной паузы, связанной с неблагоприятными погодными условиями, возобновляется городское первенство по пляжному волейболу. 8 июля в воскресенье пройдет 4-й тур чемпионата. Соревнования состоятся, как обычно, на площадке, которая расположена в районе Волотавских озер. В чемпионате могут принять участие все желающие. Регистрация участников стартует в 9:30. Начало самих игр в 10 утра. Фарм-клуб хоккейного клуба «Гомель» начал предсезонную подготовку. Младшие «Рыси» проведут весь цикл учебно-тренировочных сборов в Гомеле. Подготовка будет проходить на тех же спортивных объектах, что и у хоккеистов первой команды. Она включает в себя 2-недельные сборы на земле и 2-недельную ледовую подготовку. А уже 25 июля ребята стартуют в традиционном турнире памяти Алексея Костюченко. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4».